Сейчас в одном видео вы узнаете все, что вам нужно знать об изучении английского языка. Первое. Что такое язык? Пока вы не знаете этого определения, не идите учить язык. Язык – это средство общения. Это не набор слов, правил и то, что написано в Википедии, если вы откроете и прочитаете там определение языка. Язык – это средство общения. Кто общается? Общаетесь вы. Зачем вы общаетесь? Знаете только вы. И когда вы определитесь, зачем вам нужно общаться, что вам нужно доносить и что вам нужно понимать, только после этого приступайте к обучению. Следующее. Язык имеет природу автоматизма. То есть, как вы определяете, что вы говорите хорошо или плохо? Вы сравниваете это со своим родным языком. То есть, когда вы учите английский язык, вы не хотите переводить себя, думать долго, вы хотите свободно говорить. И вот то, как вы говорите на вашем родном языке, должно быть для вас мерилом прогресса в изучении любого другого языка. И самый лучший прогресс – это достижение автоматизма. Когда вы занимаетесь, чтобы тренировать навык говорения, понимания, чтения, либо письма, тогда вы занимаетесь правильно. Если мы говорим про природу автоматизма и про то, что язык – это средство общения, следующие два очень важных данных для вас. Язык можно учить для непосредственного общения, то есть я вживую с кем-то общаюсь, я что-то говорю, или же мне что-то говорят. И язык можно учить для опосредованного общения, то есть я читаю какие-то материалы, книги, смотрю фильмы, то есть не происходит прямого общения один на один, а происходит общение с кем-то, кто написал книгу, кто снял видео. Это же тоже общение, только опосредованное. Так вот, когда вы хотите иметь уровень языка для непосредственного общения, вы тренируете только говорение и понимание. Поймите, что в вашем процессе обучения не должно быть никаких упражнений на чтение, письмо и так далее. Никакие отговорки «ну это же надо» не подойдут, потому что это не ведет к вашей цели непосредственное говорение и понимание. И наоборот, если вам английский нужен для обучения, для чтения книг, для вашей профессиональной деятельности, написания экспертных статей, значит, вам нужно учиться читать и писать и тренировать только этот навык.